Это было заседание Кабинета министров, которое было анонсировано и посвящено реализации проектов по альтернативным видам энергии. Мы подготовили свои предложения, но я с пониманием отношусь, потому что, по-видимому, рассчитывали, что вопрос отчета правительства и принятия решения закончится в первой половине дня. Но я думаю, что ничего страшного особенно не произошло.